Над шахматными досками сосредоточенно склонились более 90 ребят со всего Подмосковья. Они принимают участие в спортивных соревнованиях за Кубок Сергея Корякина. Турнир впервые прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Сегодня в нашем парке по-настоящему жарко. На 15 досках идет нешуточная шахматная борьба с самим Сергеем Корякиным. Самый молодой гроссмейстер в истории, заслуженный мастер спорта России. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Лучшим из лучших посчастливилось сразиться с ним в сеансе одновременной игры. Удовольствие от нее получил и сам чемпион. Я-то всегда проводил турниры в помещениях, там, в разных, там, то ли шахматные клубы, то ли бывают какие-то центры специальные. А здесь именно парк, свежий воздух. С погодой повезло, очень важно. Поэтому настроение только отличное и эмоции тоже. Для многих из этих ребят Сергей Корякин – настоящий кумир, человек, на которого равняются. Некоторых именно он вдохновил серьезно заниматься шахматами на уровне спорта. Это был 16-й год, тогда как раз Сергей Корякин играл матч на первенство мира. И вот благодаря, собственно, этому матчу на первенство мира, скажем так, я узнал, что многие, ну, есть, в общем, шахматы профессиональные. Совсем юные одинцовские шахматисты тоже не отставали. Хотя признаются, что в стиле блиц играть было гораздо сложнее. Классика. А в блице надо ходить быстрее, потому что в блице дается время 5 минут, а в классике может и час, и полчаса, и даже полтора. Ну и какая главная самая фишка есть? Да, король. Ферзь. Покажи. Король. Вот король и ферзь. Вот эти вот самые главные, да? Да. Размяли ум и одинцовские долголеты. Многие из них попробовали сыграть в шахматы впервые. И вот девчонка просто сегодня показала, как фигурки переставлять, как делать. Некоторые пытались навыки по шашкам перенести на шахматы, но ничего. Опыта на шахматном турнире набрались и начинающие любители, и профессионалы, и, конечно, дети и подростки. Для них командную игру с чемпионом провел легендарный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. И такие встречи теперь будут проводиться ежегодно. Я думаю, что сегодня эмоции зашкаливают у детей, и они очень долго будут вспоминать, особенно сеанс одновременной игры. Поэтому мы уже обсудили с Сережей, будем расширять. Это первый такой турнир. Награды ждали трех лучших игроков, как среди детей, так и среди взрослых. А главный переходящий кубок Сергея Корякина получил победитель среди профессиональных игроков. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».